Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие образу жизни азербайджанцев, сегодня стали неотъемлемыми чертами повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства, независимо от национальной принадлежности, языка и религии. Авторы издания «Мультикультурализм в Азербайджане. Сокровищница этнического разнообразия» на английском языке, известный исследователь-журналист Арас Гурбанов и руководитель исследовательского центра мультикультурализма профессор Махабат Пашаева рассказывают об этнической культуре народов, проживающих в Азербайджане. Издателями выступили Бакинский международный центр мультикультурализма и фонд пропаганды духовных ценностей. Азербайджанская республика и азербайджанский народ всегда положительно относились к этнокультурному разнообразию среди населения. Мы всегда считали это основным источником развития общества. Изданная книга повествует об отношении Азербайджана к традициям мультикультурализма и толерантности. Азербайджан, расположенный на стыке цивилизаций, на протяжении многих веков славится как край, где сформировалась атмосфера национально-культурного многообразия, где представители различных национальностей и конфессий проживают в атмосфере мира и благополучия, взаимопонимания и диалога. Эта книга очень важна с точки зрения донесения азербайджанских реалий. На протяжении многих лет мы наблюдаем картину, когда армянская сторона пытается проводить кампанию очернения Азербайджана на всех возможных международных площадках. И, конечно же, учитывая это, очень важно издание достоверной книги об азербайджанских реалиях на английском языке. На мероприятии, прошедшем с участием официальных лиц, представителей действующих в республике национальных и религиозных общин, был также продемонстрирован короткометражный фильм «Врата толерантности Востока», снятый студентом историко-географического факультета Азгоспедагогического университета Кянаном Мамедовым при поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма. О богатом мультикультуральном прошлом азербайджанского народа свидетельствуют не только сегодняшний толерантный образ жизни народа, но и созданные литературные, художественные, научно-философские, политико-правовые источники и документы. Сегодня во всем мире не так легко что-либо говорить о ценностях в условиях, когда народы противостоят друг другу. Очень сложно находить единомышленников, но тем не менее в этой книге нашему вниманию представлен мир, в котором встречаются люди с совершенно разными мировоззрениями, не схожими культурами и традициями, и при этом они находят путь к диалогу и мирному сосуществованию. Под моделью мультикультурализма подразумевается мирное сосуществование в пределах границ одного государства различных этнокультурных сообществ, имеющих право официально выразить, беречь и сохранить свои культурные особенности и образ жизни. Мультикультурализм представляет собой необходимый инструмент диалога культур и цивилизаций. Алагёс Гаджиева, Эльдар Расулов, CBC.